Шип неоднократно заявлял, что ты его заблокировала. Можешь показать, правда это или нет? Егор, я его разблокировала в Инстаграме. В ТикТоке, честно, ну это такой мальчик, такой. Но потом, через время, я его разблокировала, и я вам даже больше скажу, если я сегодня с вами открыта, и правда, мне очень комфортно, спасибо тебе большое за это. Дядя рядом, дядя с тобой. Да, мне очень комфортно, я готова сегодня полностью вам открыться. Я заблокировала его в Инстаграме, была на то причина на самом деле. И через некоторое время он мне написал в Инстаграм. Я не буду говорить, что там, потому что сливать переписку, но это очень плохо. Вот, мы пришли к общему какому-то знаменателю. Никто на кого обид особо не держит. Все супер-пупер. Но почему-то на что он до сих пор говорит, что я ужасная разбивательница сердец.